вот этот год жизни, год счастья, я считаю, потому что каждый день, я не шучу, это серьезно. Во-первых, я с такой глыбой материала до этого не сталкивался, в смысле, вот по, ну, такое мировое кино. Для меня, вот если меня спросят, вы снимались? Я скажу, да, я снимался, я знаю, что такое большое кино, серьезное большое кино. Улицей так и стоит, что сына гривонька сподобалась мне. Я жил у него месяц в доме на Мазурах. Ну, это вечера, во-первых, его слушать можно часами. Если он о чем-то начинает рассказывать, он рассказывает кино. Хоффман что-то рассказывает, и я так все так. Там удивительные отношения сложились, вообще по сути. Я не знаю за счет чего. Может быть, даже вот в первые дни, потому что вот после пробы я был приглашен на ужин к нему домой. Я первый раз увидел Валю. И через 20 минут я понял, что я в этом доме жил, что ли, наверное, лет 100. Что вообще никаких нету. Вот сын и родители. Вот у меня было такое ощущение. Я там первый раз увидел Барбару Брыльскую, она была в этот же вечер.